Водителям, проезжающим вблизи Елутеровска, советуют быть внимательнее. Там идет ремонт сразу несколько участков на пересечении трасс Яркова, Елутеровск-Шадринск и Тюмень-Омск. Сплошным потоком едут автомобили во всех направлениях. Обстановка движения грозит транспортным коллапсом, поэтому ремонтируют без перекрытия потока. Фрезеруют, разбирают основания и устраивают земельное полотно. Это входит в общий 4-миллиардный контракт реконструкции трассы Тюмень-Омск, выигранный тюменскими дорожниками. На этой части перекрестка техника будет работать около полутора месяцев. При устройстве дорожного полотна применят органно-минеральную смесь, которая набирает прочность за неделю. Таких участков будет несколько. И этот участок, он очень сложный. И он будет состоять, эти 560 метров, из 4 участков. Потому что перекресток, нам пришлось половину перекрестка делать сейчас, потом делать вторую половину участка, перепускать движение.